Вторая песня, тоже я думал, что бы такое могло быть связано с днем рождения, я вспомнил. У меня есть как раз песня на стихи Андрея Чемоданова, и там события происходят, судя по всему, в день рождения. Песня называется, и также звучит ее припев, который легко запомнить, и по желанию можно подпевать, это фраза «Зачем тебе кошелек?». Зачем тебе кошелек? 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 Первый мне подарила мама по случаю окончания 4-го класса. Через неделю украли, а в нем был только список матерных выражений, которые я собирался выучить к 1 сентября. Зачем тебе кошелек? Зачем тебе кошелек? Зачем тебе кошелек? Второй отобрал троллейбусный контролер. Зачем тебе кошелек, если нет на штраф? Зачем тебе кошелек? Зачем тебе кошелек? Зачем тебе кошелек? Еще один я съел, голодал в Ленинграде студентом. Вытащил нитки, вырезал кнопку, сварил, посолил, сжевал. На вкус он был, как кошелек. Зачем тебе кошелек? 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 А вот сегодня, через много лет, подарили новый. Зачем? Пригодится. Зачем? На всякий случай. На черный день. Зачем тебе кошелек? 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 Зачем? Зачем? Зачем?